Всем привет! Сегодня я покажу вам 10 товаров из различных фильмов. Предыдущую подборку можете найти у меня на канале. Ссылки на все товары есть в описании к ролику. Поддержите ролик лайками и поехали! Начнем с главного оружия Бэтмена, с которым он ассоциируется больше всего. Бэтаранг сделан из ПВХ и длиной около 40 сантиметров. Товар поставляется в коробке с дополнительной светодиодной панелью с логотипом летучей мыши. Также для удобного хранения и транспортировки оружие складывается и занимает меньше места. Для любителей серии фильмов про пиратов я нашел такую интересную фигурку, которую и собрать, и раскрасить вам придется самому. И тем, кто любит чем-то занять себя вечерами после работы, это должно понравиться. К слову, на Али есть куча подобных DIY фигурок. Знаменитая бордовая куртка Звездного Лорда может стать твоей, и для этого не надо бороздить просторы галактики. Я нашел для вас самый дешевый вариант у продавца с хорошим рейтингом, так как куртка действительно неплохо выглядит даже для повседневной носки в нашей галактике. Из другого фильма Marvel есть вот такая маска, которая принадлежала зимнему солдату. В повседневной жизни ее вполне можно использовать при занятии зимними видами спорта вместо балаклавы, ну или же просто для создания образа того самого персонажа. Для тех, кому надо что-то спрятать, подойдет Криптекс, который был то ли в Ангелах и Демонах, то ли в Коде да Винчи. Работает это так: внутрь прячем что-либо подходящее по размеру, например деньги, и открыть его можно будет только набрав пароль, по умолчанию стоит английское слово «правда». А для того, чтобы поменять его, Криптекс придется открыть и разобрать, а потом уже, вставляя кольца один за одним, сложить нужное слово. Я уже делал подборку с товарами из серии игры и фильма по Assassin's Creed, но совсем забыл про сам костюм из фильма «Кредо убийцы», хоть он и был у меня отложен. Да, стоит он недешево, но для любителей косплея это не помеха, я уверен. Костюм состоит из нескольких слоев одежды и дополнительных деталей. Есть даже простенькие скрытые клинки. В описании этой маски фильм никак не указан, но я встречал несколько кадров из фильма «Судная ночь», где она мелькала, и решил добавить ее в подборку. Поправьте в комментариях, если я что-то напутал. Маска, как вы уже успели заметить, светится в темноте, и выбрать цвет этого самого свечения можно из 9 вариантов. А питается от 2А батареек, которые придется приобретать отдельно. Грут уже был в прошлой подборке товаров по фильмам, но там была лишь его верхняя часть в компании с енотом на плече, а здесь уже в полный рост. В комплекте с фигуркой идут сменные части, кисти рук и голова с более грозным видом. Псс, парень, к выходу вторых стражей я собираюсь сделать отдельную подборку, так что поддержи меня вот этим хэштегом везде, где только сможешь. Спасибо. И опять пример того, как товары находятся спустя время после составления подборки. Товаров Железного Человека у меня было аж две части, но этот рюкзак я как-то пропустил, хоть и выглядит он довольно неплохо. Единственное, что может остановить, это его цена. Ну что поделаешь, все-таки это вещи гения, миллиардера, плейбоя и филантропа. И наконец, самая дешевая в сегодняшней довольно дорогой подборке вещь. Это простенькая, но красивая фигурка Дарт Вейдера высотой в 10 сантиметров. Все суставы у фигурки гнутся, и вы можете расположить ее как вам угодно. Например, посадить охранять книги на книжной полке, как это сделал один из уже купивших. Поставь лайк и поделись роликом с друзьями, это сильно мотивирует меня на новые подборки, а также подпишись на канал, чтобы не пропустить новые ништяки с AliExpress. На этом у меня все, пока!